Приветствую всех любителей жанра вестерн не только в кино, но и в играх. С вами, как всегда, Рирс, и мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. Сейчас я нахожусь на паузе, потому что наш персонаж разделывает тушу бобра с тремя звездочками. Это значит, что мы можем сделать улучшение. Давайте посмотрим, как это выглядит. Оп! Трехзвездочный бобер. Вот он. Я за ними охотился очень долго. Нашел только одно озеро, где они обитают. Вот это. Здесь их чертовски мало. По два, по три вида. Плюс то регион, в котором меня разыскивают. 140 баксов награда за меня назначена. Я тут уже головорезов перебивал целую гору. Тут, видишь, уже разлагается туша оленя. Здесь ходил олень. Там трупы людей лежат вовсю. Вон конь валяется чей-то. Меня тут даже за жестокое обращение с животными уже привлекли. Еще 5 бачей накинули сверху. Это наша коняшка из прошлой серии. Вот такая красотка. Имя мы еще не дали. На плечах у нас медведь висит. И нам сейчас нужно доскакать до одного местечка. Нам нужен торговец. Торговец не простой, а золотой, как говорится. Торговец редкими товарами. Предлагаю пойти вот сюда. Вот здесь он находится. У нас есть талисман бизона. Мы сейчас... Ну как талисман? У нас есть бизон, есть что-то там. И мы из него можем сделать талисман. Помчали, поскакали побыстрей до этого места. Потом пойдем... Ну, куда-нибудь еще пойдем. Вот коняшка валяется. Прикольно, здесь гниют животные. Тут, по-моему, утка лежала. А, змейка. Кто-то змейку переехал. Давай с нее кожу соберем. А, гремучая змея. Давай, забирай, забирай. Шел нахрен. За кадром я продал всех своих коней. У нас появилась новая винтовочка. Давай покажу тебе, какая. Вот такая. Винтовка Springfield. Давай покажу, как она выглядит. Ой, ты посмотри, шарман какой, а. Я прицел на нее пока еще не успел повешать, но у нас же черная. Точнее, золотая, с черной гравировочкой. И из темного дерева. Просто шарман. Правда, она маленькая какая-то, кажется. Давай поцелимся, посмотрим. Дал? Дал? А? Можно приблизить, отдалить. Детализированная. Давай перевернем на другую сторону. Я ее мыть начал почему-то. Ладно, пускай почистит, у нас масла много. В принципе, можем себе позволить, чтобы он его почистил немного. Сейчас, говорит, вам все почистию здесь. И все будет у вас хорошечно. Нереально, все будет нормально. Ну, в общем, вот такая вот винтовочка. Давай на другую сторону посмотрим, как она там выглядит. Ой, резная. Ну, все хорошо. Какую-то волчара, смотри. Давай-ка винтовочкой. Жив, здоров. Да ты как так-то? Тихо. Жар там у чувака. Сначала волк, потом всякие жары ваши. Эх, будем надеяться, что хорошая шкурка. Хотя, по-моему, тут ошибка долго он ее режет. Не понял я, какая шкура. Не успел посмотреть. Ладно, пойдем до чувачка. Ему сейчас, скорее всего, нужно будет чем-то помочь. Надо перекусить. И еще чем-нибудь перекусить. А, и лекарство надо было дать. Ain't no healing this one, partner.
Жалко. Не пропадать же добру. Змеиная кожа в хорошем состоянии. Какая-то там... Что-то там, короче, было такое. Ладно, идем до старьевщика. Как можно бесконечно бегать. Пойдем посмотрим, кто тусуется возле реки, возле речушечки. И вот за него можно будет, я думаю, и лагерек разбить. Looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. Золотоискатель. Well, good luck to you. Старатель какой-то. All right, here we go. Here we go. Come on, come on, let the wolf see the rabbit. Sure looks like another pile of shit crumbs, don't it? Let's give it some of the magic touch. Come on now. Yeah. Hey, give me some goddamn space here, will you? Just curious is all. No need to get rattled. Занимайся своими делами. Я хочу посмотреть, найдешь ты золото или нет. I'll take a cigarette butt at this point. Кстати, об окурках. Где там наши дорогие сиги? Нужно их покуривать периодически. I'm being nice to you, so... Be nice to me. Wait a damn second. Look at this. Oh, who's got gold? Who's got gold? Hey, look at that. I got some gold. You found me some gold. Why don't you hand it right over? Get away from me, you damn Ну, мне здесь терять нечего. У нас в этом регионе уже просто жесть. Маленький мешочек с драгоценностью. Золотой самородок. Желательный табак. Ну, как бы... ладно. Нормас. Деньги нужны нам просто. Я хотел на самом деле хорошего отыгрывать. Да сука! Давай еще будем. Я слышу, кто-то едет. Сука. Ну давай, пошла жаришка. Магазин карабин. Отходим. Так. Стоп, 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 быстрей. Жри, 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 жри. Илку. Давай на пистолетике. Я такой же плащ хочу себе. Давай, давай, давай. Второй, перезаряжай быстрей. Бежим, 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 бежим. Оп. Ебой. Все. Все, уходим отсюда. Оп, 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 оп. Так, уходим с этой стороны. 235 награда. Ай, твою дивизию. Будем надеяться, что здесь нас искать не будут.
All the best. Давай поможем ему. Пойдем вернем ее. Полностью черный, ты посмотри, какой красавчик. Ладно, погнали, вернем ему. Может, он нам ее подарит или что-нибудь сделает такое. Стоит, кукует. Я тебе помочь пытаюсь, ты додик. Ой, твою мать, а. Да не бери ты его, не бери, не бери, не бери, не нужно тебе. Нет, брось. Ограбить. Полтора бакса, патроны револьвера и пряжка. Бурбон. Можно продать будет. И еще, конечно же. Конечно же, твою мать, и еще. Наконец-то мы добрались, ребята. Поздравляю. Это было самое долгое приключение, наверное, в этой игре. Я добирался до суда, ну, реального времени 40 минут. Не знаю, насколько я намонтирую это, но это было 40 минут. Слишком атмосферное прохождение получается. Ничего, никакую шкуру продавать не будем. У нас есть талисманчик. Сейчас будем изготавливать талисман. Сначала продадим барахлишко. Ну вот отсюда. Нормально, 118 бакчей. Давай изготовим что-нибудь. Серебряная серьга, осколок раковины морского ушка. Да, сделал кусок кварца. Дерево окаменело я вот нашел. Зуб легендарного бобра, зуб легендарного оленя, пума. Койот, олень в Апити, лапа легендарной лисицы, что она дает? Денег на 10% увеличивает. Нам хоть какой-нибудь бы уже эликсир сделать. Лось, пантера, вилорог, баран, волк. Сердце легендарного волка. Я, по-моему, знаю, где волк находится. Он, по-моему, здесь неподалеку даже. Давай посмотрим по карте. Ай, так. Легендарная лисица здесь, по-моему. А волчара вот здесь. Либо койот, либо волк. Либо койот здесь. Давай заедем тогда сюда. Но для начала нам нужно всю шкуру отдать домой. И бизонов по пути еще встретим. Я надеюсь. Бизона лучше всего убивать винтовочкой лютой. Но бизонов я так больше не видел. Я как один раз с ним встретился и все. Так. Кто тут нашмаливает? О, уже такого видел. I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Me? A real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to...
there. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots... Hey, man, you shoot too soon. Bet's off now. I have my eye out for you. Maybe we'll run into each other again. О, господи. Чё за бред? В прошлый раз было как? Ты наводишь курок, нажимаешь на выстрел, и все, и начинается ивент. Здесь он что-то тележится начал. Ладно, я понял. Идем в лагерь. Спасибо, спасибо. Идем все сдавать. О, вообще все закончилось. Еда и вода. Припасов нет. Давай тогда пополним в лагерьке, что есть. Все сейчас отдаем на хранение. У нас там очень много еды и воды. У нас кто-то заболел. Morning, Arthur. Давай жертвовать тогда все, что есть. This stew is decidedly lacking on decent meat, Mr. Morgan. Или не знаю, жертвовать, не жертвовать. Ну да, давай пожертвуем и все. Это уж не будем. Thank you, Arthur. Так, создать улучшение. Давай создадим сразу сумочку. Сумочка для ценностей. Вот эту мы можем тоже делать. А, шкура бизона нужна как раз. О, нормально, давай ее сделаем. Все. Жилье Артура. Чем можем что-нибудь поменять? Все, лицо в поменянном. Жилье Джона. О, лосиные рога. I think you're gonna be popular after that. Череп вилорога тоже нет. Но я не дотащу шкуру вилорога до этого места. Все, у нас новая сумочка. Что там с датчем? Well, we're still here. That's something. Fine, whatever you say. Пойдем в книгу, заглянем. Итак, нам нужно сделать следующее. Нам нужно конюшню поменять, чтобы в лагере можно было менять лошадей. Сколько это будет стоить? 300 бочинских. У нас только нет. 175. Курятник можно поставить. Давай купим. Более качественно рагу будет. Нам бы патронов еще купить. И 49 бочинских осталось. 50, 45. Провиант, лекарства. Давай купим, попробуем. Пополнить запасы. И все, больше ничего нет. Ну, как-то так. Слушай, Дач болеет. There he is, my favorite son. The best man amongst us. You okay, Arthur? Never better. Me neither. Me neither. Карму пойдем отмывать. Mr. Miller is a hell of a writer. Like a modern day Elijah. А, дать же, точно, я ему трубку забыл отдать. Я же трубку нашел для него. So, I found you a pipe.
Well, will you look at that? You want these? I stole them anyway. Sure, why not? Новые шпоры нам дал. Oh, sorry, Dutch. Что, все, вроде больше не с кем поговорить. Ладно, валим отсюда. Томаса Даунса ищем. Всяких Даунсов тут будем сейчас искать. Mr. Thomas Downs, you owe me money. Oh, no, no, I'm... Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'll... Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir, please. I don't care about your family. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't... You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for... Неправильный ответ. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please, please, show some compassion. Please. Your dad's caught you, mister. And it ain't letting go. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! Куда ты помчал-то, друг? Обиделся, что ли? Уже электричество потихоньку протягивается. Цивилизация. Но где-то еще есть Дикий Запад. Тот самый Дикий Запад. Мы до лагеря добрались. Ну хорошо. Идем сдаваться. Музыка такая, погодка. Ози, ты где там? Это кто сидит, грустит? А, я понял, это та. Женушка, жена. How you doing? How you think I'm doing? I'm sorry. Just let me know if there's anything I can do. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Ну и что? Что было сделать?
выполните в течение 2 минут 10 секунд. Ой. Че, опять дрова появились? Кто принес-то? Только что не было. Был пустой пенек. О! По-моему, у нас партичка в покер появилась здесь. Ну, играть не будем. We're all in this together, Mr. Morgan. I know you know that. Of course, Miss Grimshaw. Ладно, уходим. Ну что ж, давай, ребят, замутим то, что мы хотели сделать. Легендарный койот, или кто он там? Лис, койот. А мы можем двух. Одного здесь ухнуть, а второго там ухнуть. Хотя, нам скакать долго потом, чтобы сдать это дело. Давай хотя бы одного вырежем по пути, если найдем бизона, будет вообще шикарно. Вот следы вижу. Но там какой-то налетчик, давай-ка. Ой, по коню-то зачем? Давай, последний. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нормально. Да не, нахер достраты отдыхать. Жарко? Серьезно? Нормально, перевалил. О, смотри, какой сей здоровый. Сундучок. Здесь по-любому что-то должно лежать знатное. Пиратский ром. И все. И патрон-револьвер. Оставайся здесь. Я пошел выслеживать. Кал, койота. О, так его можно было поймать. Еще здесь. То есть с этой стороны зайти. Тут смотри, видишь, трупы лежат. Тут койот, он резвится вовсю. Там у него шайка. Вот он, мех его койотика. Вот туда теперь идем. Барашек. Че, туман здесь такой лютый. Давай пригнемся. И стойка. Вон он, я его вижу. Ой, дебилоид. Бежим за ним, чё? Все.
Что в нем только легендарного, непонятно. Ага, шкура койота, жилистое мясо. Погрузим на лошадку. И пойдем волчару тогда еще подушатаем, раз мы здесь сразу. Раз у нас есть клык легендарного койота, то мы сразу же и волчка почикаем. Или лиса здесь. Скорее всего, лиса. Вряд ли волк. Так. Ты же это тоже слышал? Ну что, ребятушки, попутали что ли, а? Пацаны, ну вы вообще ребята, как говорится. Пойдем коня обыщем ему еще. Посмотрим, что за порода. Надеюсь, она нам в жбан не даст. Крепкий тоник, джин. А, так две сительных сумки, оказывается, у них. Можно каждую... Ясно. Я тебя понял. Я понял. Нахер отсюда. Оп, и все. Во, вижу. Что-то желтеньким горит. Экскременты. Ну, собирай их уже. Какульки-то свои любимые. Лисицы, да, лисицы. Пойдем посмотрим. Ее мы можем убить с одного выстрела, в принципе. Экспресс-патрончиком. Здесь очень много животных. Угу, вижу. Ой, пойдем там пособираем тогда. Это гриб какой-то интересный. Лисичка. Угу. Заточим один. И еще один. Здесь слишком много животных. Ладно, нужно заночевать. Давай кого-нибудь убьем. Ну, что-то там вижу. О, свинья.
Изи. Блин. Я его приготовить не могу прям тут. Ну ладно, освежуем. Разбиваем лагерь, с утра поищем. Потому что так невыносимо. Не видно ни черта. Что-нибудь приготовим. Спим до утра. Уходим нахрен отсюда из лагеря, из этого. 7 утра уже. Нам еще охотятся и охотятся, ребята. Нам надо поймать этого все-таки. Лисенка. Ну как поймать? Убить. Гриб-зонтик. Давай съедим, посмотрим. Что будет. Идем по-тихенькому. Где-то здесь должна быть лиса. Пока ничего не видно. Бельчонок, смотри, сидит. Давай изучим его. Карликовая белка. Наилучшим результатом будет лук и стрела. А я с собой лук и стрелы не взял. Нам беличья шкура тоже нужна. Вышли оба сюда несколько... Но она вернется сюда несколько позже. Да ты что, шутишь? Пойдем лук возьмем, найдем белку и пострелим белку хотя бы. Поморет. Опять чувак какой-то. Давай, 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 давай. Помчали. Девушку спасем, девушку. Вот так. Иди сюда. Стрели, говорит, его. Не буду его застрелять. Застрелять. Ограбим. Да стой. Exactly a happy union, I take it. Time to move on once and for all. I mean it this time. Все, что ли? Ясненько, ясненько. Ну давай, коняра. Давай ко мне вместо винтовки лук. На кого будем охотиться? На мелкую дичь. А у нас нет для мелкой дичи стрелы ни одной. Держу в курсе. Пойдем еще раз спустимся в то место. Только, по-моему, оно где-то вот в этой части находится. Вообще в другую сторону пошел. Может, чуть позже, это же сейчас? 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 Ой, господи, что, боже мой. Скачем отсюда. Ну понятно, написано, что вернется несколько позже. Ладно, пойдем тогда. Сделаем то, что есть у нас. Мы как раз здесь рядом находимся. Единственное, нужно будет к тому чуваку, который ответственен за койотовые там тряпки, не тряпки, хрен его знает за что. За койотовую шкуру. Нам до него идти очень далеко. В любом случае идем к лавщику-старьевщику. Лавщику, старьевщику, скупщику. Посмотрим, сколько там будет амулет стоить. И будем надеяться, что нам хватит на этот денег. Я не помню, сколько у нас бабосов. 27 осталось. Должно хватить. Если что-нибудь продадим еще. Мы же там ограбили парочку незнакомцев, бандитов. Рецидивистов. Прикольная собака.
Сейчас будут гавкать, правда, постоянно. Давай продадим. Часики, золотые карманные, серебряные карманы. Это можно все продать. Ни хрена себе не стоит. И золотые кармашки тоже продадим. Платиновые оставляем себе. Ну и в принципе все, продавать-то больше нечего. Значит, идем в изготовление. Амулет из клыка койота. Меткого глаза бонус дает. Амулет из клыка койота. Куда он наделся? Навсегда увеличит бонус к опыту меткого глаза на 10%. Изготовится часть тела легендарного животного. Я уже тут не вразумею, куда этот амулет повешался. Я не понимаю. По-моему, они просто дают бонусы и никак внешне не отображаются. Очень жаль, очень жаль. Ну что ж, на этом предлагаю завершить сегодняшнюю серию. А хотя нет, давай сейчас сходим к тому чуваку, который ответственен за шмотки. Ой, жесть, через всю карту. Давай в следующей серии туда сходим уже. Потом как у нас накопится. Сейчас можно сходить вот сюда, в гостинку. Тут, походу, гостинки нет. Ладно, давай все-таки закруглимся на сегодня, на этой ноте. Всем большое спасибо за просмотр, с вами был Рирс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. Всем счастливо, всем до новых встреч. We got lawmen in three different states after us. They chased us from the west, they chased us over the mountains. We need an extra gun.